Познавательно и интересно. В квартире музея семьи Ульяновых открылась выставка «Мир детства». Банкноты и монеты разных времен, от царизма и до наших дней. Есть и изображение памятных монет, посвященных героям народных сказок, персонажам мультфильмов, детским писателям, художникам. Например, первая отечественная монета 1994 года посвящена Павлу Бажову и уральским сказкам. На монете 2008 года представлен Николай Носов и его сказочная вселенная с главным героем Незнайкой. Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович объединились на картине известного русского художника Васнецова. В выставочном зале представлен раздел с книгами нашего детства. Организаторы подготовили игровую программу, в которой ребята смогут самостоятельно изучить строение банкнот и отличить подлинные от фальшивых. Нужно знать историю, хорошо историю, чтобы уметь потом, а мы все об этом мечтаем, чтобы уметь потом зарабатывать, уметь потом правильно вкладывать, так ведь, да? И жить на самом деле, уметь, кстати, жить посредством. На главном стенде можно найти и дополнительную информацию. Достаточно считать QR-код. Так можно узнать секреты изготовления денег. Выставка будет работать до 20 августа. Продолжительность экскурсии 40 минут. Виктория Черкова, Геннадий Бухтаяров. Улправда ТВ.